уважаемые пассажиры, маршрут обслуживает транспортная компания «Вест-сервис». Желаем приятной поездки и хорошего дня. Автобус следует по маршруту номер 33. На конечной остановке Канонерский остров. Следующая остановка – Нарвский проспект.
Минская улица, дом 9. Уважаемые пассажиры, станция метро Пионерская закрыта на ремонт. Об изменении в движении наземного общественного транспорта вы можете узнать на сайтах Комитета по транспорту и ККУ организаторов перевозки. Улица, дом 9.